Добрый день, меня зовут Шапранова Татьяна, я тренер и технолог компании Гильтек, а также практикующий косметолог. В сегодняшнем видео речь пойдет о креме. Что же такое базовый крем? Базовый крем – это тот крем, который закрывает все базовые потребности кожи. Прежде всего, это увлажнение. Увлажнение необходимо любому типу кожи. Второе – питание. Это восполнение липидов кожи и защита, еще одна функция базового крема. Все это позволяет сохранить в целостности гидролипидную мантию, которая защищает от воздействий окружающей среды нашу кожу и сохраняет влагу. В таких кремах нет сложных формул или ударных доз активов. Они призваны сочетаться с большим количеством средств и выступать для них защитным слоем. Это сочетание возможно благодаря их простому составу и особой структуре. Подробнее разберем базовые кремы на примере кремов Гильтек. Все базовые кремы Гильтек имеют ламеллярную структуру. Эта структура построена по принципу липидов кожи, поэтому физиологично и комфортно на коже при нанесении. Базовый увлажняющий крем Гильтек подходит для любого типа кожи, в том числе и для чувствительной. Крем Мегаполис, помимо базовых свойств, обладает дополнительной защитой от агрессивных воздействий окружающей среды, а благодаря лизатам бактерий обладает эффектом антиполюшен. А крем для комбинированной кожи быстро впитывается и не утяжеляет кожу. Базовый крем – это завершающий этап любого ежедневного ухода и косметической процедуры, а также отличная база под макияж. Задавайте свои вопросы в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.